пожалуйста, насколько часто удается вообще вот выбираться с командой российской прессы и играть? Зависит от календаря приглашений. В последнее время не часто, но вот счастливы, что наконец доехали до нашей любимой Башкирии. Вообще, насколько важно в таких встречах победа? Есть ли у вас какой-то принципиальный настрой? Принципиального настроя нет, но в любом случае лучше же выиграть, чем проиграть. Что скажете о команде? Насколько звездный у вас коллектив? Достаточно звездный. Люди, которые поиграли в хоккей, имеются. Есть футболисты, которые замечательно играют в хоккей. Так что будем бороться. Конечно, очень приятно. У меня здесь папа родом из Уфы, бабушка, дедушка. Поэтому очень рад здесь ходить. Тем более я провел здесь замечательный сезон, играя за Слова Пилаев. Вот за российскую прессу насколько часто вообще удается играть? По мере возможности играем, да, нас приглашают в разные города нашей страны, поэтому всегда рады приезжать. Денис Олегович, ну как впечатление от приезда в Уфу, как вас Уфа встретила? Ну, мы с самолета сразу сюда, Уфа встретила дождем, мы улетели из холода, прилетели в тепло, ну, в общем, как всегда на башкирской земле, невероятно гостеприимно. Российская пресса, такая команда интересная, много звезд. Насколько часто вообще удается вам выбираться в свет, так скажем, играть? Ну, по сути, мы сейчас открываем этот год, потому что год, ну, сами все понимают, что происходит. И для нас это первая гастроль. Посмотрим, что будет дальше. Но в обычный год это несколько выездов, 5, 7, 10. Все бывает по-разному. Но у нас обязательно мероприятие – это появление здесь, на башкирской территории. Дмитрий Сычев, Роман Широков, два футболиста. Вы как тренер, как оцените их навыки? Ну, они звезды, что в футболе, что на льду, поэтому я думаю, что никаких проблем нет. Мы давно не собирались, на самом деле, поэтому сейчас кто в каком состоянии находится, очень сложно сказать. Но вот сейчас со скамейки тренерской нам с Владимиром Стыцко будет виднее.